Добрый день, дорогие друзья, гости канала, любители канареек. Приветствую вас на своем канале. Сегодняшнее мое видео будет посвящено кормлению канареек, в частности молодняка, вот которые уже окрепли, полиняли. И сейчас начинается как бы холодное время года. Помещение у меня не топится, ну пока не топится, зимой буду топить. Вот, и здесь как бы уже холодает. И канарейки бывают, чтобы им проще перейти на холодную вот эту вот температуру, то было 25, 28, 30 градусов летом. А сейчас уже тут и 10, и 12. Вот, укрепить здоровье. Расскажу вам о питании. Чем я кормлю канарейк? Это такая, делаю кашу. Сейчас я вам продемонстрирую, что для этого понадобится. Для того, чтобы приготовить вкусную, полезную кашу для канареек, нам понадобится морковка, вареное вкрутую яйцо. Можно брать куриное яйцо, можно перепелиное, также утиное подходит. Терка, вот будем тереть на крупную терку, вот сюда будем тереть. В этой, такую тарелку, чтобы все это размесить. И также надо... Возьмем вот это у меня перебитое на миксере. Здесь ракушка садовая, улитка. Садовые улитки. И шкарлупа куриного яйца. И кальций, который в аптеке продается. Вот я сделал такую пыль. Пыль сделал. И теперь сейчас все это дело смешаем. И будет каша. Вот таким образом натер я морковку. Значит, я использовал не крупную терку. Не вот эту крупную терку, а вот эту. На некоторых терках есть такая мелкая терка. То есть она как эта, только чуть меньше. Удобная консистенция получается, чтобы потом с яйцом все это дело перемешать. А если просто без яйца, то можно на крупную тереть канарейком нормально. Так, морковку натер, сейчас прям берем вот это яйцо, ложим сюда, берем вилку, и вилкой вместе с шкарлупой все это дело переминаем. Вот так вилкой, прям все это дело вместе с шкарлупой перемешиваем. Вот. Получается вот такого однородная масса. Здесь перетерто яйцо с морковкой. Теперь добавляем кальциевую добавку. Ну, примерно вот столько. Можно еще чуть-чуть добавить. Что-то как-то в одно место высыпалось. Все. Это все снова перетираем, перемешиваем. Тщательно все перемешиваем, хорошо размешиваем. Так вот, значит, все тщательно хорошо перемешать до однородной массы. Такая каша получается, хорошо усваивается у канареек морковка. Поскольку яйцо жирное, а морковка усваивается, если ее перемешать с жиром, даже у человека, на 90-95%. Вот, и значит, если там одна канарейка сидит, то берем немножко такой смеси. На несколько, ну, в общем, вот на одну вот такое количество достаточно каждый день, через день, в течение недельки, там, двух недель подкормить. Не помешает в осенний период канареечек. Я сейчас положу побольше, потому что сейчас покажу вам клеточку, где там не одна канарейка, и посмотрим, как они это кушают. Сейчас мы отправимся с вами к канарейкам, посмотрим, как они все это едят. Это здесь у меня молодежь второго вывода канареечек. Сейчас мы поставим, установим камеру. Я сейчас установлю камеру и спрячусь. А вы наблюдайте. Вот они.
Здесь еще все вместе сидят, и самцы, и самочки. Еще не отбивал. Как бы по возрасту еще рановато, можно посидеть. Но скоро они тут встречаются, задиры. В основном самцы. И, допустим, если есть возможность, я замечаю, кто поет, отсаживаю. Или кто начинает драку, тоже смотрю, самец. Тоже отсаживаю таких задир. В общем, вот с таким вот удовольствием, вы видите, канарейки кушают эту еду, морковку с яйцом. Тем самым обогащают свой организм витаминами, минералами, каротином. Вот эта морковка содержит много каротина, который красит канареечки на перо. В общем, я всем советую канароводам давать своим питомцам, канарейкам, такие кашки. Чтобы канарейки были... Вот у меня, кстати, пока на экране появилась канарейка одна чубатая. Вот из всего поголовья в этом году получилась только одна чубатая канарейка. Зеленая расцветка. Вот она слева в углу. Плохо видно ее. Вот. Немножко попозировала перед камерой. Так вот, советую, значит, всем давать своим канарейкам такую смесь яйца, морковки и минералов. Минералы, я повторюсь, там кальций, битый на миксере, ракушками, улитка садовая, битая на миксере, и куриное яйцо. У кого есть перепелиное, можно также добавлять перепелиное яйцо. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки. И всем удачи в разведении канареек. До скорой встречи, до свидания.